За 5 лет сумма средств, направленных на реализацию нацпроектов, увеличилась на 6 миллиардов 500 миллионов рублей, или в 2,5 раза. Эту информацию озвучили сегодня на заседании правительства. В минувшем году по нацпроекту «Демография» завершено строительство крытого футбольного манежа. Открыт технопарк «Кванториум», началось строительство 2 школ. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 19 участков дорог, 3 моста. В рамках национального проекта здравоохранения, медицинские учреждения, закуплены 65 единиц современного оборудования, завершено строительство детской поликлиники, смонтированы и готовы принять пациентов 5 модульных ФАПов, проведен ремонт еще 11 фельдшерско-акушерских пунктов, для нужд здравоохранения поставлено 14 автомобилей. За последние годы, с момента реализации нацпроектов, у нас более 36 миллиардов рублей в целом было направлено на регион, в регион, что позволило решить там большой объем и накопившихся проблем, но и добавить возможности в нашей области. В 2024 году реализация нацпроектов будет продолжена. У нас заключено уже соглашение на текущий год, которые будут направлены, в частности, на строительство и оснащение школ, спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений здравоохранения, культуры. И, конечно же, не уходит с спектра внимания благоустройство дворовых, общественных территорий, ремонт дорог. Запланирован ввод важнейших объектов инфраструктуры и внедрение современных механизмов поддержки предпринимателей. Также на заседании правительства Андрей Клычков озвучил свои кадровые решения. Георгиева Наталья Петровна назначена на должность члена правительства Орловской области, руководитель департамента культуры Орловской области. И Берестов Алексей Игоревич назначен на исполняющий обязанности члена правительства Орловской области, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области. Поздравляем, коллеги, впервые в составе правительства. И я считаю, что прошедший период работы показал, во-первых, и значимость, что и привело к укрупнению структур и по культуре, и по физической культуре. Большой объем как финансовых обязательств сегодня возлагается на 2 ваших департамента. И на вас возлагается большая ответственность.